Всем привет, да, всем привет. И мы продолжаем играть в Ori and the Blind Forest. Вот так вот, да. Это пятая вот часть, мы четыре уже играли. Логично, да. И я только сейчас заметил то, что у меня как-то ярковато вот здесь, и я сейчас вот так вот немножко сделаю. Да, нормально, так лучше. Все, погнали дальше. Типа, у меня что-то, я смотрю, энергии мало. Вот здесь мы были, это я в прошлый раз говорил точно. Такое было дело. Куда мы идем, собственно? По-моему, в туманный лес что-то такое там было, что-то там говорилось. По-моему, тап, да, менюшка. Вот туда бы залезть еще. А как то? А, наверное, отсюда как-то тут прыгать, скорее всего. Ну, мне так кажется. Иначе сюда как по-другому попасть-то. А нам, ну... Ой, тихо. Нам нужно, по идее, через низ, наверное, пройти, чтобы собрать эти штуки. А, ну просто заглянуть сюда, взять сюда, выйти отсюда, сюда заглянуть, выйти отсюда, потом сюда заглянуть, вот это взять, наверх подняться. А, стой, зачем сюда идут, в принципе? Что? А, нет, можно тут пройти. И тогда мы сможем сюда попасть. Да, нормально. Сюда не надо же? Тогда соберем все эти штучки, что-то тут заглядывать-то недолго. Потом сюда подняться, вот, где-то вот здесь выйти, и вот это попробовать взять можно. Вот тут. Я, по-моему, здесь дерево, по-моему, залазишь, тут по... Такие штучки висят, по ним запрыгиваешь, и сюда можно запрыгнуть потом. Скорее всего. Еще тут дверь интересная. Вполне возможно, туда тоже можно заглянуть, тут недалеко. Вот это я не знаю, как взять, это, возможно, потом пройдем как-нибудь. Ладно, погнали. Сейчас нужно добежать до куда? Погодите, погнали, блин. А, сейчас вниз просто прыгать надо, ничего не надо добегать. Просто вниз летим. Это гениально было. Просто взять и прыгнуть специально, можно сказать. Ага. Сюда надо было? А, ну здесь энергию восстановим сейчас, погоди. Ладно, сохранить. Энергия, чтобы у меня была полная. Отлично, погнали. А там что? А там что-то есть, погоди. Что это? Ори, я узнаю эту статую. Мне она уже попадалась. А мне нет. Первый раз вижу. Что это? Они нашли дом. Что? У меня такого не было никогда. Дитя, что любил наш свет. Я помню их. Много лет назад, когда древо духов было еще ростком. Это, похоже, дополненная как раз версия Definite Edition. Потому что такого точно не было в обычной версии. Нару, юная, присматривала за нами, когда могла. Интересно, этот язык существует? Он на японском говорит или что это такое? Это что за место вообще? Где, вот это что-то? Погоди, пошли там соберем все. И, блин, да, туда вернемся. Соберем тут клубочек, а то я забуду потом про него. Потом вернемся. Воду же можно уже? Ага. Это замечательно. А, ну... Или что это? А как-то попасть? А это... Я что-то запутался. Погоди, как-то попасть? А как? Я то не пробью. Это в принципе невозможно. Какой-то рычаг может где-то есть. Ну, может вот тут? Нет. Что это? Что-то светится, погоди. Нет. На всякий случай сюда бегу. Посмотреть, может что-то есть. Недалеко, да, оказалось очень недалеко. Залезь, погоди.
А, ну здесь я был. Я думал, в бревно можно сбежать. Так, погоди, я что-то не понимаю, что-то. Как туда попасть? Или какая-то способность должна быть, типа, вот, блин, как там это нажимается-то? Перо. Это карабка, не скорее всего, это что такое? Я не знаю, что это. Там где-то было... Где-то было, вот тут то, что плавать быстро можно. Может, это как-то влияет? Вот это что такое? Скорость с зарядом. Использует скоростной режим с зарядом для атаки врагов. Подводное дыхание. Дышать под водой. В воздухе третий прыжок. Усовершенствованная защита. Ну, тут нет ничего такого. Эффективность духа. Метки жизни. Метки энергии. Скрытые места. И урон от опыта. Заряд усиленного пламени совершенствует радиус радиодействия. What? Ну, мне кажется, мне что-то тут не хватает. Блин, казалось бы, можно зайти. Вот погоди своей духовной связью, у нас проблемы. С Хьюстон. Блин. Так, ну тут прям устройство какое-то. Вроде бы, как будто оно должно открыться как-то. Но он не открывает. Вот этот тут еще висит что-то интересное. Возможно, там что-то есть. Но я туда пока сейчас не могу запрыгнуть вообще никак. Тут слишком как-то вот пустовато с той стороны. Ладно, пошли отсюда. Пошли в ту сторону, посмотрим, что там. Но я не ожидал, что здесь так будет. Внезапно тут у нас открылось что-то. Это... Норы меж черных корней. Вообще ни хрена ничего не видно. Дикая темень. Как здесь вообще двигаться? Дверь какая-то. Так, это где я? Грибы светятся, хотя бы так. Что это? Ага. Ага. Воу-воу-воу-воу-воу. А что это за штуки? Как отсюда выбираться теперь? А, ну что? Вообще ничего не видно. Я как будто в шахте. Просто жесть. Но они прикольные, эти штучки. Что это? Свет Древа Духов был нашим даром. Его получил Нара, что было за нас. Что с этим шифт, чтобы поднять предмет? Даже так? Она двери открывает, типа, определенные, да? Еще? А как его куда принесут вообще? Как отсюда выберутся теперь? Залез, блин. Я же тут не донесу. Что это такое было сейчас? Я его могу кидать? Я не могу на нее залезть. Может, как-то от стены тут где-то можно? Тихо! Не мешай! А чё он взорвался-то? А, он гаснет, когда я ухожу. Серьезно? Блин, тяжело тогда. Куда ты?
Блин, это невозможно. А, стоп, у меня же есть способность одна интересная. Надо, чтобы паук выстрелил. Куда? Ха! Лох! Где? Кши наш! Кши, кши! Ага. Чуть-чуть не хватает. Он кидает ее вообще или нет? А, он прыгает с ней. Тогда нормуль. Я могу ее куда-нибудь пронести, наверное. Отлично. И вот эту дверь открыть. Хо! Отлично. Что это такое? Что это за пламя? Я потом отсюда не выберусь нафиг. Это какой-то DLC, что ли? Их надо поджечь, да? Ладно. Вообще идеально. Быстро и, главное, четко. Куда ты? Тихо! А-а-а! Нет! Выберись! А, я живой? Что? Бля, я не сохранялся! Гениальный. Ладно, зато мы знаем, как проходить это все. Просто обидно. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Так, во-первых, энергию поправим. 12 минут просто опять фиги куда. Всякие креветки какие-то летающие тут. Так, куда мне? Вниз, да? Изи. Изи. Так, сюда надо было, точно. Все, все хорошо пока. Все, что планируется, все идет по плану. Я знаю, да. Эй! Зачем ты это сделал? Ладно. А, shift в чё? Я сохранюсь таким образом и что-то прокачаю, может быть. Это я не могу прокачать, что это такое? Усиленный топот, да, какой-то там? Эффективность энергии, это что? Усиленного пламени пока не надо. Хотя, скорость в воздухе, вот это что такое? Ресурсы энергии дают на 50% больше энергии. Сюда пошли, чтобы открыть там всякие тайные ходы. Притяжение требуется, очко умений. Ресурсы энергии дают. Ну, я не могу всем прокачать, поэтому. А где паук? Вы что, издеваетесь? Там паук исчез. А, блин. Вот черт. Теперь то я не залезу тупо. Его ждать, пока он возродится, надо. Прыгать я то все равно не могу, как бы. Может пробежаться по какой-нибудь? А, я отсюда даже не выберусь. Вон оно как. Давайте, пожалуйста. Блин, ну так хорошо все было-то, ё-моё. А как я с ним туда запрыгнуть вообще?
Он стреляет. Зашибись. Лол. Нафиг мне это надо все. Так, его надо убить обязательно. Он мне мешает. Видимо, сюда надо будет приходить, когда мало у тебя сил. А так-то окей все. Сдохни, пожалуйста. Спасибо. Я тебя обожаю. Так, здесь сохранюсь, пожалуй. Ага. Ну, молодец, да. Хорошо, я сохранился. Просто отсюда не выберусь теперь. Шариком точно. Блять. Ты издеваешься? Кинь его нафиг. Да ты... Так, собраться в прошлый раз было хорошо-то как. Так, идеально. Такого, ну, блин, ты что делаешь-то? Ай! И сразу жизнь восстановилась, кстати. Нет! Все нормально. Вы не можете спать в опасном месте. Не опасное место. Ты что, не видишь? Все отлично. Ух! Так, стоп. Мне это не нравится. Отсюда даже выбраться нельзя. Я ничего сделать отсюда не могу. Охренеть, пещеры какие-то. Окей. Так, здесь можно сохраниться? Отлично. Отлично, я бы даже сказал. Блин, хорошо, что я сохранился. Нет! Да! Да. Да. Сохранюсь? Сохранюсь. Отлично. Куда? Вон там что-то летает. Ага. Ага. Куда дальше? Ёб твою. А что, я сюда залезть не мог до этого? О-о-о. Так. Видимо, там он тоже опускался достаточно низко, если я хотел. Так. Ага. Нет! Тварь! Погоди, дай-ка туда запрыгну. Тут что? Тут ничего. Нафиг все пришел. Иди сюда. В принципе, если этот шарик был бы не нужен, я мог бы куда угодно вообще запрыгнуть из него. А вот и дверь. Какой-то DLC проходим просто. Удивительно. Неожиданно попалась она. О, еще одна статуя. Погоди, Ctrl-U. Вот это U? В смысле, как? А, Alt-U. Просто это необычно, типа, такого и мало у кого есть. Это же все-таки Alt-U. Ага. Так, иди сюда, где-то там. Дай посмотрю, что там. Дерево. Какая-то способность будет? Ух, блин! Как-то было страшно. Напугали. Надо сохраниться там. Там явно не успею, поэтому нужно сначала что-то активировать, похоже, чтобы способность какая-то была. Поэтому надо прыгать наверх. Дай сохранюсь. Так, что там, как сохраниться-то? Е. А у меня способность одна есть, да? Ну и что? Оп, ё-моё, там какая-то вообще дребедень. Нет! А что так тяжело-то? Какие-то прыжки стали вообще сложные. Можешь подождать на них? Нет, ты не подождешь. Она уезжать начинает вроде.
Или нет? Сейчас, погоди. Все окей, все, ничего не уезжай. Вау. А как ты что сделать должен? А-а-а! Как его кинуть? Жесть. Удивительная штука. И что я теперь должен сделать тут? А, я его вырубил, да? Все нормально. Подбираем. Альту быстрей. Будет что-нибудь вспышка света? Вот. Я же говорю, сейчас будет что-то. Ах, керк. Я просто делаю, потом выберу что-нибудь. Красиво теперь здесь. Блин, неожиданно мы, короче, куда-то пошли, непонятное место, и уже по сюжету не идем. Какая-то способность, которая раньше не была доступна. Или что? Нет? А я не могу ничего с ней сделать? А, могу. У меня просто интерфейс отрублен. Вы освоили скоростной режим. Чтобы воспользоваться им, нажмите Ctrl. И вы понесетесь в том направлении, куда смотрите. Ну-ка, погоди. Ага. Такое было или нет, я не помню. Офигеть. Это очень быстро. Как каменная карта. А где она была-то? Я не знаю, где она была. Но эта штука очень быстрая. Так, дай-ка я сохранюсь. Ага. Куда я иду? Какие-то грибы какие-то, блин. Что это за место? Здесь, кстати, кадр может быть неплохой. Ай, он попал. Кстати, очень прикольное место. Красивенько. Спасибо, то, что можно вырубить. Тут что-то будет падать. Неспроста это все здесь. Так, М, что там по карте, кстати? Куда я иду вообще? Что это? Я не знаю, куда я иду. Ай, я забыл. А здесь закрыто. Я сюда не попаду. Ладно, пошли отсюда. Вниз. Вот тут туда мешается это все дело. Забытая роща. Сколько тут это всего? Может, надо было сначала получить побольше там каких-то знаний, потому что, мне кажется, я не смогу получить все. Я просто сюда не смогу дойти. Ай, попал все-таки. Воу. Нет! Су-су. Блин, это далеко. Надо сохранить поближе. Там тяжелое место, чуть не сохранился. Ну теперь быстро хотя бы это все делается. Не надо смотреть на осколки, кто не стреляет. Ты как стреляешь, шеф. Так, здесь я сохранюсь. Ага. Отлично. А на нем можно стоять? Вон, на нем можно стоять. А, там не держится он. Окей, понял. Эй, тихо. Я не долечу сейчас. Как тут это сделать? Лол. А, здесь сохраниться можно? Лол. Прикол. Стреляй. Она там не держится. На этом выступе. А, тут же скорость у меня есть, точно. Забыл. Забыл об этом. Воу-воу-воу-воу-воу, я тебя не ожидал тут увидеть. Ты чё? Совсем что ли? Я тебя не ожидаю тебя увидеть, не надо по мне стрелять сразу. Я забыл то, что можно, типа, ускорение делать. А тут я не знаю, успею или нет. Хорошо, сейчас сохранимся.
А можно, наверное. Наверное, можно. Попробуем. Да, можно. Где я вообще? И, конечно, наверное, много очень использую это все. Но чего бы нет. Тут это большая довольно локация. Вот здесь даже не было, кстати. Очень большая локация. Видимо, это заполняется где-то... Блин, нельзя показать так-то. Где-то вот так вот, возможно. Ну ладно, чё. Hello. Ай. Я здесь даже как-то... Альту. Погоди. Прикольненько же. Красиво получилось. Не надо ничего говорить по этому поводу. Я знаю, что красиво. Как их, блин, сохраняюсь-то вовремя, обалдеть. Эй! Сюда! Так нечестно! Давай-ка здесь сохранить лучше, чтобы без этого... А, Ctrl. Я почему-то как в играх разных нажимаю. Охренеть, а в воздухе это работает? Нет, в воздухе это не работает. Значит, пока туда не пойду. Значит, может быть, что-то... А, туда надо. А как это сделать-то? Как это сделать? Может, на него прыгнуть как-то? А, ну тут, по идее, можно это успеть. Понял. Что это? Я не помню этой штуки. А, это в конце вообще игры будет. Я куда-то попал опять. А какое-то воспоминание? Эй, стой! Нет! Как? Он не врубается. Ладно, посмотрим так. Оказывается, нельзя так делать. В катсценах он не включается потом в интерфейс. Но я не в курсе его. Блин, так он долго рассказывает, интересно было бы. Офигеть, рассказ, конечно. Он сейчас упадет? Нет, не упал. Ты чего, забрал от нас, что ли? А что такое? Что я вам сделал-то? Что орешки всякие сделали-то вам? Они добрые вроде бы. И что? Так, альту. Блин, а красиво вообще. Что-то вообще дикие тут какие-то виды. Я не ожидал то, что типа, интерфейс вырубится и все. Так, альту. Что там? Так, где я? А вниз можно уйти куда-то, только что это даст? Не, ну пошли. О, способность какая-то. Сол могла изливать наш свет. Она видела даже во мраке. Жила она в глубине рощи, а теперь покоится здесь с миром. Мы сейчас сделаем кучу разных способностей, и потом будет очень легко пройти там игру. Вы получили световой всплеск. Чтобы использовать эту способность, нажмите или удержите R. Произойдет световой всплеск. Что это даст? Я не понял. Ну-ка, дай посмотрим. Вот на это, например. Что это? Оно взрывается потом. Это как бомбочки. Оно что-нибудь вообще делает? Понятно.
Я не знаю, зачем это. Ерунда какая-то. Понял. Типа вон туда могу закинуть теперь. Блин, попасть туда еще. Да, и что-то активируется. Понял, для чего. Но только здесь это будет работать. В других местах не особо. Только здесь это... Ох, и хрена себе, как попадут вообще. Может, как-то слабее... Ой, ничего себе. Ха-ха, баскетбол! Охренеть. Баскетбол-то я играл, да? О, эта штука вырубилась, что ли? Теперь можно что-то посмотреть здесь? Возможно, нет? Блин, не туда. Погоди, я там не все осмотрел просто наверху. Ага. Дай-ка я сохранюсь, а то я давно это не делал, это опасно. Слушай, тебе нет, блин, иди отсюда. Наверх, например, куда-то залезть. Вот тут, смотри, оп. Стреляй еще раз. Слышь, стреляй, говорю. Ай, больно. Вообще-то стреляй по мне, говорю. А, она не ловится вообще. Ладно. Ай. А как это запрыгну? Как тут попаду вообще, в принципе? Это нереально. Как тут попасть? Эй, стреляй. Может, как-то ту штуку можно взорвать? А, ну теперь можно туда стрелять. Да. Попаду вообще, то вообще возможно поп... Ёб твою, не то нажал! Птичку, конечно, тяжело бить. Но ей жалко еще при этом. Она достаточно, ну, прочная. Окей, эту штуку надо уничтожить. Да что такое, как... Да, тихо, не раскачивайся. Ага. Теперь попасть. R. Ага. Точность залог успеха. Точности нет, ни хрена. Мне интересно, если я в нее попаду, что будет. Ой, хорошо-то как. Мощно бьет. Это что? Вы нашли суд умений. А, еще одно очко. Класс. Тогда давайте так сделаем. Потом сделаем... Что мы хотели? Вот тут прокачивать, да? Это что? Это нет? Это эффективность усиленного пламени. Не, вот это давай прокачаем, чтобы идти сюда. Ячейки умений потом сможем. И заодно быстрее сможем это все заполнять. Конечно, мы можем и так круг пройти. Ничего такого нет. Мне, конечно, надо вниз. Где карта? Ну да, тут все известно уже. Нужно идти вот... А, вот тут что-то есть. Сюда я не ходил. Погоди. А как это попаду? Красава. Не, ну у меня какие могут быть идеи по этому поводу? Не так уж и много, на самом деле. Да блин, опять ты живая. Ты что такая живучая? А, ну можно, знаете, как сделать? Хотя хрен его знает, получится. Птичкой надо воспользоваться было. Она летит, ты берешь его сюда, вот заманиваешь и пользуешься туда полетом. Можно попробовать еще вот этой штукой. Стреляй.
Не, ну это бесполезно. Так, сюда я не допрыгну. Надо сделать так, чтобы она появилась опять, эта птичка. Опять я оплошал. Появись. Нет, не появляется. Зараза какая. Офигеть. Нет, так невозможно. Хотя это просто гениально было. Чисто в иголке. А тут ее до сих пор нет еще. Ладно, понял. Понял прикол. Воу! Блин, так мало энергии у меня сейчас. Тут яркость такая стала дикая. Ага. Нет! Иди сюда! Нет! Так было хорошо! Ты что, блин, делаешь? Почему ты в камень врезался? Блин, сейчас бы пролетели. Сейчас бы получилось. Было идеально. Ага. Ай, тихо. Это было тяжело. Очень тяжело. Ладно, отлично. Блин, хорошо, что я сохранился. Давай. Нет! Не убивай! Не убивай! Не убивай! Спасибо. А, мне энергии хрен мало, а жизни много. Так, и как здесь делать? Ну да. Так, и теперь мы куда идем? Что это за место? Вот здесь что-то закрыто, скорее всего, вверх, если пойти, мы там откроем. Пошли вниз пока что. Главное резко не падать, а то будет больно очень. Энергии. Что-то уничтожено. Хреновая вот эта штука, которая... Так, теперь можно сохраниться здесь, пожалуй, да. Пошли сначала сюда, пожалуй. Посмотрим, что здесь. Я могу опоздать! Нет! Что? Как это сделал? Так, этап. Где мы находимся? Мы вообще находимся под картой вот этой. Давай наверх посмотрим, что там. О! Энергичерпник. Так, вроде здесь все безопасно. Ну, я бы так не сказал, на самом деле. Я не знаю, что здесь делать. Нанося удары по световым всплескам, можно забраться наверх. Что? Не понял. Нанося удары по световым всплескам, можно забраться наверх. Как что за правая кнопка, как это работает? Как она много жизни жрет. Я не понимаю. Погоди, что значит это? У меня правая кнопка мыши вообще ничего не делает. Блин! Блин, ладно. Так. А что у меня как это делалось, типа... А, ладно. Я сейчас просто уже... Блин, за хрена ты это делаешь? Или ты имеешь в виду... Ты
Я забыл способность, как работает, которая это... Отбивает ее этих. Может быть, Е? Хрен его знает, в общем-то. Так, погоди, я пойду энергию возьму, потом сохранюсь. Сохранится. Ага. Это тяжело, непонятно еще добавил. А-а-а! Окей, понял. Я так и думал, просто что-то... Все, проехали. Вы нашли сосуд умений. Получается еще одно очко умений. Отлично. Отлично. Давай-ка туда запрыгнем, посмотрим, что там. Тут пусто, да? Ладно. Отлично. Сохранюсь. На всякий случай, все-таки. Повсюду иголочки. Как хорошо, что сохранился. Давайте-ка еще здесь сохранюсь. Все равно энергии до хрена сейчас. А это откуда выпал? Погоди-ка. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, я хотел сохраниться. Ладно. Стреляй. Он откуда-то выполз. Во, я же говорю, он откуда-то выполз. Так. Серьезно? Как они больно здесь бьют? Просто капец. А где он? Ладно, сохранюсь еще раз здесь и прыгну потом. О, отлично. Сохранюсь еще раз. Потому что тяжело было пройти эту штуку. Так, это куда? Давай сюда прыгнем. Отлично. Но эта штука очень легко активируется. А что, нет? Это что-то другое? Р. Охуеть! Это капец как сложно. Так, здесь я сохранюсь, пожалуй. Попробуем за... Не-не-не то, погоди. Не делай этого. Так, сохранится Е. Я уж кнопки путаю, слишком много способностей. Оно просто ваншотит. Блин. Фух, блин, это жесть. Фух. Как жестко. Это жестко очень. Так. Сохраниться надо, а то я не хочу это заново проходить. О, она открылась, прикинь. Обалдеть. Так. Тап. Сколько времени? Нифига, 44 минуты уже. Обалдеть. То есть мы просто вот эту штуку DLC или что это просмотрели. Пошли вниз. Еще ниже опускаемся. Кстати, надо было сохраниться где-то. Давай здесь. Так, здесь сохранимся и используем очки умений, чтобы прокачать вот это. Теперь мы видим на карте все ячейки умений. Да? Получается так. Все ячейки умений, да, видно, вон они. Вон они, повсюду. Отлично. Отсюда я не попадаю, да? Плохо.
Все уничтожил. Ай, попал по мне. Блин, энергии здесь много берут. Очень много забирают энергии. Это с помощью вот этой штуки можно сюда попасть быстрее, да? Ясненько. Так, я здесь сохранюсь, пожалуй. Это что открывает? Вон то. Ну, я догадываюсь, что надо сделать. Нет, это не помогает, это слишком медленно. Или, знаешь, как подкинуть его, стоять на месте. Все равно это очень тяжело сделать, если тогда так надо. Нет, это вообще невозможно. Или... А-а-а, охренеть, серьезно? И он сейчас докинет туда. А я туда пытаюсь попасть. Вот это, конечно, красавчик. Придумал. Так, сохранится вот здесь после этого. Куда? Их надо убить, что все? Очень много здоровья не отнимают. Ай! А я сейчас тех не смогу убить наверху. Как же их убьют? А, ну в принципе. Если эти штуки ловятся. А, снаряды не ловятся, да? Тогда я зря это сделал. Надо было сначала верхних убивать. Ладно, умираем. Открывайся, да. Ну блин, это какой-то бред. Вот такие вот задания, которые если не пройдешь сразу, то тебе приходится перезагружаться. Что это? А. Это бред. И как я должен туда попасть теперь? Что это вообще такое? А-а-а. А, так я же шариком могу стреляться. Точно. Что я делаю? Я уже вообще охренеть где? Это очень далеко. 48 минут. А что он такой простенький стал? Раньше он прям жрал у меня энергию только так. Так, альту. Как здесь вода красивая какая. Просто вода водяная. Обалдеть. Просто красотища. Можно забраться наверх. Ну это я в курсе, да. Типа подкидываем наверх. Потом к нему прыгаем. Используем его, чтобы запрыгнуть. Это я уже прошел. Куда? Что? Так он же отключится сразу. А! Лол. Это так работает. Так, а я что с этим делать? А здесь ошибка стоит дорого. Дорого. Выключите лазер, он меня беспокоит. Я в него врежусь когда-нибудь. Так.
Е. Прикольно. Это очко умений или что это такое? Да, это очко умений. Ни хрена. Я так сейчас прокачаюсь полностью. Так, что там Е? Так, что прокачать? Это что, два нужно. Эффективность духа. Увеличит количество поглощаемого духовного света. Увеличивать количество... А как это? Может, что прокачать другой, может? Это давай прокачай, ладно. Потом, тут что, сколько? Два, да? Рожа два. А тут везде два, кроме последнего. Ладно. Р. Сейчас откинем. Воспользуемся, зашигаримся. Ох ты, ё-моё, в упор. Ай, больно. Очень больно выстрелил в меня. А, так это выход вообще. А тут чё, чё это делает? Блин, туда ещё какой-то проход есть. Ну пошли сходим. Эй, стой, как это сделать? А, ясно. Они, конечно, дают очков просто немерено. Всё. Так, что здесь у нас? Сохранюсь. Сколько? 51, надо заканчивать. А тут какая-то история еще. Давайте историю посмотрим. Погоди, он останавливается, просто я боюсь. Погоди, к этому нельзя подходить, я понял. Так, альту, скрин. Убираем. Окей. Какая-то история, да. Дети. Ты что, свечка или хвост чей-то? Блин, в каком-то жутком месте жили, на самом деле. Какие-то пещеры такие находили, прям страшные. А что-то никаких историй нету. Ничего не рассказывается. А, вот он вырос, а это... То есть все повторилось, только теперь у этого нету жены, наверное. У него же должна быть жена, или как они почкованием размножаются? Умерев, она ушла. Она? Это мама? И с тех пор не возвращалась. Ну а как она вернется? Так. Пусть они покинули наш лес, но не время горевать. Помни ушедших, и они будут вечно жить. Зацикл. Тут, блин, еще что-то, что ли? А это как достать? Что это вообще такое? Почему он в одиночестве таком горит? Ладно. Тут есть ячейка жизни. Это, видимо, на выходе вообще. Где это? Стой. Мы... А, вот это темное место было. А, нет, вот это... Ни хрена мы далеко ушли. Серьезно? Жесть. То есть мы вот здесь спустились. Ладно, мы зачистим эту локацию, пожалуй. Ну, типа, тут в следующий раз. Я не ожидал, что здесь это есть вообще. Я думал, мы уже пройдем к следующей локации, к этому туманному лесу. Но что-то как-то пошло не так. Неожиданно это все было. Очень неожиданно. Ладно, давайте на этом закончим. Потому что время 55 почти. Итак, ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, заходим в группу. Там есть скриншоты, обзоры и саундтреки. Ну, и... Спасибо.